Добрый день, любители радиоуправляемых моделей. Предлагаем вашему вниманию набор для самостоятельной сборки универсального глиссера «Алькрас». Эта модель уже проверена, показала прекрасные ходовые качества на воде, на снегу. Многие участники нашего интенсива уже выложили видео со своих покатушек. Здесь на YouTube вы можете посмотреть эти видео по ссылочке в подсказках. Ну, а в описании под видео будет ссылка на нашу группу ВКонтакте, где вы можете посмотреть более подробно все эти видео для каждого участника отдельно. Посмотрев наши видеоуроки и пройдя по шагам все те действия, которые мы показали, у вас должен получиться вот такой вот красавец. Пятизвездочный аппарат, вот свои звезды он точно отрабатывает. Ну, а сейчас перейдем непосредственно к обзору конструктора и подробно разберем, что в него входит. Начнем с деревянных деталей, они пойдут тут в такой упаковочке, в пленке. Сразу скажу, перед сборкой модели все деревянные детали надо покрасить, чтобы защитить их от влаги. В первой упаковке у нас идут детали для корпуса, это вот боковины основного корпуса. С обратной стороны батарейная площадка и между ними еще усиление для крепления пилона двигателя. Здесь же фанерная вставка для транса. Ну и 4 прямоугольных пластины – это усиление поплавков. Во втором пакете детали моторного пилона. Это, собственно, моторама, сама неподвижная часть пилона. Здесь одни из самых крупных деревянных деталей – это заготовки руля с креплением моторамы. И также здесь набор петель, кабанчик, все, что необходимо для навески руля на неподвижную часть пилона. Кроме того, в наборе 4 реечки для усиления хвостовой части основного корпуса. Размер реек немножко отличается, они не одинаковые. Как правильно их устанавливать, смотрите подробно в наших видеоуроках. Теперь переходим к пенопластовым деталям. Они придут к вам вот в такой нарезке, 2,5 листа. Начнем с маленькой детали. Здесь у нас заготовки кабины и внутренние вставки поплавков. В одном большом листе здесь самые длинномерные элементы для главного корпуса. Это боковины и днище. Также здесь все шпангоуты для основного корпуса. Обшивка для задней части основного корпуса. Усиление хвоста. Ну и один из поплавков. На втором листе находится второй поплавок. И в основном элементы обшивки. Все прямоугольные детали достаточно похожи друг на друга, поэтому тоже внимательно смотрите видеоуроки, какая деталь, какой размер, куда ставится. Все мы подробно рассказывали. Для крепления поплавков к основному корпусу в наборе идут 2 алюминиевые трубки диаметром 10 мм. Также в наборе идут 2 листа ламинаторной пленки для усиления днища. Ну и наш традиционный пакетик с фурнитурой. Здесь наш брелочек. Тяга с фиксатором, магнит для держателя крышки, бамбуковая ось для руля, ее тоже надо покрасить перед установкой, ремешок для аккумулятора и стяжки для увязки проводов и крепления регулятора на пилоне. Ну и чтобы сделать модель высшей пробы, 5 звезд, ну и наши брендовые надписи, которые также украсят ваш аппарат. Как видите, деталей не очень много, они достаточно простые. И сложность сборки этой модели просто несоизмерима с удовольствием, которое вы получаете от покатушек. Модель очень интересная на ходу. Так что не раздумывайте, приобретайте, собирайте этот замечательный глиссер и получайте огромное удовольствие от гонок на воде, на снегу, да и до любой ровной поверхности. Ссылку на этот набор вы можете найти в подсказках. Для тех, кто приобретает конструктор, видеоуроки по сборке бесплатные, код доступа будет в наборе. Но тем, кто приобретает только чертеж модели, видеоуроки будут в нашем центре развития моделизма, ссылочка также в описании под видео. Мы от этой модели получили массу положительных эмоций, как при сборке, так и при покатушках. Думаю, что эта модель также понравится и вам. Ждем ваших отзывов, ждем положительных эмоций. И, конечно же, видеороликов с ваших гонок. А я с вами прощаюсь. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в наши группы в социальных сетях. ВКонтакте самая активная группа.
Также для вас работает форум. Есть интернет-магазин, где вы можете приобрести как готовые модели, так и комплектующие к своим проектам. Ну и, конечно же, Центр развития моделизма – новый ресурс, где собирается вся информация по моделированию от самых азов и до сборки достаточно больших и сложных моделей и копий. Каждый проект с подробными пошаговыми видеоуроками. В общем, сделано все, чтобы вы могли спокойно и безболезненно войти в наше хобби и заниматься любимым делом. Будьте с нами, смотрите нас. До свидания. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии и ждите новых видео. До встречи! Играем по-взрослому!